Не-не, меня зовут Кишик Дилгир. Я родом из внутренней Монголии, Китайской Народной Республики. А сейчас живу в Улан-Баторе. Я докторант Университета культуры Монголии. Я артист. Выражаю огромную благодарность всем интеллект-тренерам Суперджампа во главе с нашим мега-уважаемым учителями Гуру Викторовичем Довганем и Петром Силкиным. Отдельная благодарность моим наставникам, суперинтеллект-тренерам Монголии Сарул и Гирилме, а также от всей души благодарю наставнику нашей команды, человеку, который пригласил меня в Суперджамп, многих рейтингов нашей ассоциации Ангир, а также интеллект-тренером Цивер и Усунхуа. Я пришла в Суперджамп 25 ноября этого года, 9 декабря стала проинтеллект-тренером. Я сразу приняла не умом, а сердцем, всей душой суть восьми наших упражнений. Я артистка монгольских народных протяжных песен. Эти наши песни – это состояние души человеческой, и они трогают тонкие струны души и настраивают их. Восемь упражнений Суперджамп – также инструменты, которые настраивают душу и зажигают сердца. Я думаю, что люди, которых я приглашаю, чувствуют нутром мои чувства, мою веру в Суперджамп. Я им много слов не говорю, потому что сама не знаю, как объяснять про Суперджамп. Просто говорю, приходи на тренировку, на интеллект-фитнес, будь хорошим спортсменом и почувствуешь настоящий вкус мира и спокойствия. Проснешься от тяжелого мучительного сна, и ты изменишься, все вокруг тебя изменится. В твоей семье придет радость и счастье. Ты перестанешь быть дрессировщиком своих детей, мамой, учительницей. А дети твои обретут настоящую маму, мать. Они будут жить, дети твои, в своем детстве. И люди, ничего не спрашивая, сразу принимают мое приглашение и приходят в Суперджамп. Это очень, очень, очень просто. Моя душа поет от Суперджамп. Спасибо вам, низкий вам поклон. Желаю всем раскрыться. И она прислала видеозапись своей песни. Нужно Петр этого. Конечно, конечно, Гараба, но сначала мы поаплодируем вам и нашей ярчайшей королеве, благодарим за выступление, за мудрость, за готовое приглашение, как приглашать новых героев на Суперджам. Друзья, как вы знаете, среди интеллект-тренеров огромное количество творческих людей, душа которых поет, играет и дарит миру прекрасное творчество. И сегодня у нас музыкальный подарок. Вот мы попросим оператора трансляции вывести на экран видео, на котором наша ярчайшая героиня исполняет песню народную. Пожалуйста, внимание на экран, поехали. Yeah.